Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Nokia E50-2». Первым делом снимается рамка, затем сам дисплей. Коннектор дисплея крепится защелкой верхней части системной платы. Поддеваем коннектор плоским неметаллическим инструментом и снимаем дисплей. В этой модели дисплей выходит из строя по причине механических воздействий. Ударили, уронили, защемили. При повреждении коннектора или при попадании влаги. Во всех вышеперечисленных случаях дисплей не ремонтируется, а меняется на новый. Отметим, что шлейф отдельно от дисплея не меняется. При установке дисплей аккуратно прикладывается к системной плате и коннектор защелкивается. Дисплей установлен.